У них дроны поднимаются, прикинь. Ну, дроны или квадрокоптеры поднимаются, и наши ничего с этими дронами не могут сделать. Не заблокировать, короче, нихуя их. Короче, не вы... ну, ничего с ними не могут сделать, только сбивать хуй, да он может высоко быть, его даже не видно. И наши службы нихуя не делают. Не могут его, короче, заблокировать. Все, дрон поднимается, они дронами смотрят, куда попадают. И начинают минометчики. Бывает за сутки, нахуй, не так давно, всем единственные техники сожгли в деревне просто. Там их КамАЗ бронирован, еще какую-то хуйню там. Просто а что авиация наша? Наша авиация. Подлетит вертолет за 5 километров где-то там издалека, выстрелит раз и сидит, и все. И больше мы не видим его. За неделю может 2 раза все прилететь, где-то по какому-то лесу отработать его и сидит. И их нету вообще ни сушек, ни хуй. Просто вертолет издалека. А угровский вертолет бывает 2 раза на дню прилетит, отработает по нам и съебется точно так же. Все равно показуха. Нихуя нету. Осталось совсем. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют. Прям пи***ц, они хуй пристреляют. У них какая-то корректировка дронами. Дрон, к примеру, частенько над нами висит. Он смотрит ночью, у них такие с тепловизорами дроны. Днем обычные. Сегодня дрон запускает, наши с дронами ничего сделать не могут. Они на удалении держат, примерно, корректируют. Мины выпустили, ага, там-то разорвалось. Раз-раз корректировались. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь наложили, нахуй, накидали, хуй, все, квадрат закрытый. Все, потери есть, все, заебись, отработали, ништяк, ушли. Ну так они работают. Они там не пользуются таким авторитетом охуенным, чтобы там 500 мин там у себя использовать на складах. Кучу людей там, да, у них там 2-3 человека на расчете. Они приехали минометом, отстреляли, все, уехали. Все автоматизировано. Да, у них эта подготовка более-менее, чем у нас. А у нас где-то там стоят они в одном месте. Косят постоянно, чуть ли не себе в окоп. Не нам в окоп закидывают, нахуй, эти дураки. Тут знаешь, тут просто отправляют на убой. Тут нету, тут грамотности вообще нету. Просто идешь тупо. Идешь, и тебя они просто поджидают. У них уже эти окопы пристрелены, и докуда доходишь, определенная точка. Они за тобой наблюдают, они еще и как тебя там просто сидят, кофе пьют, на кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, в кого стрелять, никого нету, хуй его знает, а ты мечешься там, как долбанный, у нас уже тут столько танков сожгли, столько техники, а наши долбанные даже попасть не могут, в них вычислить не могут, наша тупорылая бригада, армия наша, вместе с командующим, каждый день здесь люди помирают, просто, ни за что. Так а что, ну вам же надо танками там стоять, чтобы на дальние расстояния. Да хуй самому, мама, они начинают бить тебя за 3-4 километра, куда ты танком стреляешь? Да конечно, они тебя бьют. А у вас сейчас такой техники нет? Нету специалистов, специалистов, да они хуй. Это уже, наверное, вагонов 20 снарядов, в никуда. Да уже месяц в этой деревне сидим. Ни наступление не можем двинуть нормально. Укры все въебывают наше подразделение. Не дают двинуться просто, у них опорники хорошо оборудованы. Все, танк выкатился по нашему, укатился. Они только идут, пулеметы открыли, огонь нахуй, наши подавили, все, наши опять идут без одного. Все, у них только наши двинулись, там выкатили технику, наши их отделили по нашей... Сработало по нашей пехоте, и все, пи***ц, наши все в панике, все, никто не хочет в выступление идти. Технику раз***ли, минометы раз***ли, все пи***ц, остались без нихуя. Все пи***ц. Вот оно наступление. И так, нахуй, неделю. А теперь... Перспективы вообще никакого, да? Вообще нихуя, просто нет, нихуя, осло совсем.